Работать-то надо. Но она потом сказала, что смотреть будем дома. Опа! Шурик, подымайся! Ты чего свалился-то, а? Закрутился? Надо было потихоньку. Сашка, сядь на сиденье тогда. Меня. На сиденье сядь. А, ну тогда иди сюда, куда-нибудь. Вон, сюда сядь. Иди, ты у нас с вестибуляркой не очень дружишь? Давай, Сюша, сядь только на сиденье. Нас поначалу тоже как-то, ну, когда помладше была, это... А сейчас уже так, ничего. Сейчас! Вы сейчас на ее лицо посмотрите, ее уже укачивает, но она молчит. Не поймаю. Ее не сильно укачало, да, но укачало. Лёх, ты потом в другую сторону крутани, а то ее укачает совсем. Я понимаю, но в другую тоже надо, иначе вестибулярка сдаст. А ну посмотри, уже еле держится, по-моему. Ну да. Не? Нет, это она всегда так держится. Не, а я про выражение лица. Шурик тоже как-то так до последнего сидел, потом проблевался. Сюш, ты как, нормально? Сюша, а голосом сказать «да»? Все равно уже со всеми общаешься. Скажи «да». Вот. Ну вот и поборолись, действительно. Она потихонечку идет, потому что она, в принципе, я говорю, такая. Так, потихонечку, с каждым днем, с каждым годом. А мы с Шуриком прозевали возможность как-то сильно разболтаться с половиной группы. Когда там день варенья у кого-то был, и общаком все туда ехали. А мы не смогли. Мы сказали извиняйте, но после этого все, кто там был, они общаться стали на 300%. А мы в пролете. Ну так говорю, у нас потихонечку, тоже потихонечку, помаленечку. Ты стеснялась, либо боится вот это все. И вот преодолеваем. Вот в этом году вот выходили из садика, никогда не прощалась там и не здоровалась вот с этой вахтершей. Угу. Сейчас она уже, бабушка, я сказала, до свидания. Уже, то есть потихонечку. Молодец, все, потихонечку. Поиграем. Я смотрю, что и мне уже отвечать начала, это уже прогресс. Да, да, на взрослых людей, по крайней мере, уже реагирует. Ну, говорю, она либо боится, либо стесняется, и поэтому она вот так это... Ну? Не укачалась? Руки вверх. И опять тишина. Ну ответь ты, да, нет. Ксюха, только что ж побороли, но скажи ты, нет. Ну, все заснято. Как ты тут умалчиваешь все. Истинная девочка. Не, ну хоть да или нет-то, ё-моё. Вот такая вот, видишь? Зато как центрифуга. Крутится и все нормально.